29 сентября в информационном агентстве «Татаринформ» состоялась пресс-конференция, посвященная профилактике отравлений грибами. Участие приняли главный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Татарстан Алия Насибуллина и старший преподаватель кафедры общей экологии Казанского федерального университета Ким Потапов. Он сразу же отметил, какие грибы точно не должны оказаться в корзине во время сбора. Были пару случаев, когда действительно вот бледная поганка совершенно уверенно где-то среди съедобных там в корзине фигурирует. Так что бледная поганка попадает, галерина иногда попадает. Иногда по незнанию некоторые виды мухоморов, рядовок, рядовки есть среди них съедобные, есть ядовитые. Как отметила Алия Насибуллина, если все же отравление произошло, первые симптомы наступают лишь через 6-8 часов. Если вы их обнаружили, необходимо срочно обратиться в больницу. Основной – это молниеносное поражение печени. Многократная рвота, это многократный жидкий стул, слабость, без подъема температуры. Если пациент вовремя обратился за медицинской помощью, мы что-то можем сделать. Самая опасная ситуация, когда пациенты даже не знают, какой грипп они поели. Пока едет скорая помощь, необходимо промыть желудок, выпив большое количество воды, а также принять любой энтеросорбент, например, активированный уголь или энтеросгель. Полную версию конференции можно посмотреть по ссылке, указанной на экране. Будьте осторожны и внимательны во время сбора грибов, а также не пренебрегайте предварительной подготовкой перед походом. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.